В ходе рабочих поездок по муниципалитету глава района Валерий Венцель уделяет особое внимание учреждениям здравоохранения. Поводом для посещения Видновского перинатального центра стало вручение юбилейных медалей, выпущенных к 90-летию Ленинского района. Зал для проведения совещаний с трудом сумел вместить всех, кто был приглашен на награждение. Перед началом церемонии глава муниципалитета выступил с небольшой речью, в которой выразил благодарность работникам медицинского учреждения. Наш перинатальный центр является ведущим перинатальным центром в системе здравоохранения Московской области. Я благодарю всех вас за вашу работу, за то, что вы держите высокую планку, не опускаясь. И, знаете, для нас это очень показательно, ведь не каждый муниципалитет может похвастаться вот такой замечательной структурой. Ежегодно в Видновском перинатальном центре рождается более 6 тысяч детей. Это головное учреждение родовспоможения на юге Московской области, в которое входят территории с населением почти 1,5 миллиона человек. Одну из первых памятную медаль вручили главному врачу Видновского перинатального центра Тамаре Белоусовой. Всего в перинатальном центре трудится более 400 сотрудников. Среди них 12 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук, 3 заслуженных работника здравоохранения Московской области и 2 отличника здравоохранения. 33 человека в этот день получили из рук главы юбилейные медали.